Страна FM и Спорт Экспресс представляют «Стране о спорте». Лайв. Ну что я хочу сказать, мы по нужной стороне рая, потому что здесь у нас тепло и светло, а на улице-то холодно и ветер пронизывающий. Начинается «Стране о спорте» лайв. Прямо сейчас Влад Кутузов, Валерий Майоров. Да. И в гостях у нас сейчас, я все правильно, я отрепетировала, шеф отдела спорта издательского дома «Спорт Экспресс» Олег Шиманаев. Доброе утро! Доброе утро. Доброе утро, Олег. Ну, мне кажется, слово «в гостях» уже как-то вот... Как дома практически уже. Холодрыжка на улице? Да ничего, другое дело, что вот начался зимний сезон в спорте, представить об этом сложно, на улице слякоть, такая промозглость, хочется куда-нибудь, где снежок. Или где пальмы, знаете, вот хочется всегда. Ну, я вот недавно вернулся из отпуска, где пальмы, теперь уже хочется... снежка. Слушайте, я предлагаю, но его спорт, может быть, да, давайте про новогодние каникулы, про проводы, про вот это все. А что у нас Михаил Гислиц приходил, когда он нам рассказал, как он в Вену, ну, у него была рабочая какая-то командировка, но вот он нам под шумок рассказал, как он там отдохнул. Так, я хотела вот спросить по поводу погодных-то условий. Тут недавно матч «Крыльев Советов» с кем-то отменяли, как раз из-за того, что погода не зашла. В Красноярске. Да, но это футбол, это другая немножко сторона. Дело в том, что у нас футбол играется так же, как в Европе. Погода у нас в некоторых регионах России далеко не такая. Сейчас начинается биатлонный сезон тоже. Тоже ребятам придется бежать достаточно холодную погоду, там под минус 20. В Европе минус 20 отменяют гонки в том же биатлоне или в хоккее. Если на открытом воздухе кто-нибудь играет, это нереально. Но причем все это происходит на законных основаниях, да? Да, холодно, конечно. И... Ну, в футболе официальная планка минус 15. Не знаю, кто и придумал, почему минус 15. И тем более, что разные же бывают условия, да? Одно дело минус 15 и какой-нибудь ветер промозглый. Другое дело, что минус 15 и снежок. Ну, на самом деле, бывает минус 20 и комфортно, более-менее. А бывает минус 10, да, ветрище страшный, и вообще невозможно. Такое ощущение, что 40 градусов. Да, ну вот футбол у нас, к сожалению, ориентируется на Европу, в том числе и по климатическим условиям. В Англии в это время, может быть, там и плюс 10 легко. А у нас, вот видите, минус 20, и приходится отменять матчи. Ну вот морозоустойчивые виды спорта есть, биатлон, лыжи, которые... Олег нам намекает изо всех сил, что пора бы поговорить о биатлоне. Я все-таки о футболе хочу говорить. Я хочу, пользуясь служебным положением, вот нам вместе всем поздравить замечательного Модрича с тем, что он получил золотой мяч. А вы слышали, что Роналду не приехал на церемонию награждений? Ну, видимо, обиделся. Ну, это у него другие дела, там всякие разные нехорошие обвинения. Он боялся вопросов на эту тему. А, кстати, же продолжается все у него тема, да, вот да. С этой очаровательной девушкой, там, 15-летней давности. Жалко Роналду, какая-то у него черная полоса началась. Ну, вот и хорошо. С футболом мы начали, мы футболом и закончим, собственно. О зимних видах спорта поговорим совсем скоро. Друзья, это «Стране о спорте», будьте здесь. «Стране о спорте». Лайф. Приступим к обсуждению биатлона, но сначала 8 909 928 1 89 9 и WhatsApp, Viber, смс-сообщение. Если у вас будут появляться по ходу эфира какие-то вопросы, обязательно задавайте. И наш спикер сегодня, Олег Шаманаев, с большим удовольствием на них будет отвечать. А еще у нас есть пост ВКонтакте, vk.com/stranfm. Да. Ничего мне не дало сказать. Ну, ничего. Поэтому переходим к футболу. Вопрос умный про биатлон задавай. Можно, ну, вроде бы уже там не о чем говорить, на самом деле. Нет, в футболе можно говорить долго и бесконечно. Другой вопрос, что поскольку я здесь, и я отвечаю в «Спортэкспрессе» за другие виды спорта, то есть редкий шанс поговорить о чем-нибудь еще. Ну, давайте Олег, это сделаем, действительно. Ну, зима, в конце концов, когда, как не сейчас. Да, начался сезон полноценный. В выходные стартовал Кубок мира по биатлону. Это последний из Кубков мира, который вот приберегал для наших болельщиков. Очень интересный сезон и в биатлоне, и в лыжах. В лыжах у нас появилась новая звезда Александр Большунов, который очень круто выступил на первых этапах Кубка мира. Правда, затормозил он сейчас в Норвегии. Но, тем не менее, мы надеемся, что будет новый у нас чемпион, за которым будем следить. И выздоравливает Сергей Устюгов, это другая наша звезда лыжная. Он, к сожалению, сломал палец на руке во время подготовки к сезону. Да, и
не смог на первых этапах Кубка мира выступить, но впереди главный старт, это Тур де Ски, чемпионат мира. Будет здорово, если будет соперничество Большунова и Устюгова. Олег, я прерву, поскольку да. по ходу разговора вопрос. У него же была история, он же хотел выйти со сломанным пальцем, по-моему, да? Как-то он просил, чтобы ему поставили, там сказал, что ну, палец и палец, да, не помешает никак мне участвовать в гонках, но врачи потом, говорили. Но потом выяснилось, что он может только с одной палкой бежать. И, в общем, как-то это не очень здорово. Я, насколько понимаю, там с правилами могут быть проблемы. Была же знаменитая история, когда не было четко прописано в правилах, появился вот знаменитый был лыжник Гунде Сван такой. Да. Он вышел на дистанцию в один прекрасный день на тренировку с шестом. То есть он отталкивался шестом и, значит, ехал быстрее, чем все остальные. И быстренько собрали совещание, отменили, значит, ну, запрет ввели на эти шесты. И вот с тех пор там достаточно плотное правило, и вот просто так выйти там, с одной палкой или там, с одной лыжей не получится. А с другой стороны, де юре он был прав абсолютно, потому что закон не прописан, ну, да, что не, вот не, с этим нельзя, кстати, с этим можно. Кстати, вот да? Вы сейчас начали про юридические вопросы, а вот биатлон сейчас, допинговые скандалы у нас сотрясают? Ну, сейчас понятно, что начался сезон, и начались новые потоки грязи, да. Сейчас новая информация официально подтвердили о том, что Евгений Устюгов, это другой человек, да, то есть одна фамилия Устюгова. Я думала, это этот. Евгений Устюгов, это биатлонист, олимпийский чемпион, который завершил карьеру уже. Светлана Слепцова, тоже достаточно известная, знаменитая, тоже олимпийская чемпионка. Против них официально выдвинуты обвинения. Если раньше об этом говорили только в кулуарах, сейчас официально подтвердили. Сейчас они должны будут доказывать, что они не верблюды там, спустя много лет. А как они это докажут вот сейчас? Сложно сказать. Насколько я понимаю, там претензии связаны с паспортом крови. То есть доказывать, что там... Там, 3 года или там, 4 года назад у тебя там почему были какие-то перепады в показателях крови, нереально, мне кажется, вообще. Олег, а вообще есть вот какие-то нормативы в этом плане, по, что называется, по, как это, по сроку давности, да? Да. Потому что бесконечно можно копать просто, да? Срок давности официально 10 лет. 10 лет? Да. Это все-таки очень много. Ну да, много, конечно, много. Я думаю, что там любого из нас спроси, что ты ел неделю назад... Никто из нас не вспомнит. Ну, причем показатели крови, они могут скакать ведь от всего, даже от недосыпа, от того, что ты там, я не знаю, сливочек в кофе передавал. Вот, Валерий, про себя не надо сейчас. Ну вот и у меня, знаете, серьезных... холестерин. Про серьезных спортсменов говорим. Друзья, мы сделаем небольшую паузу, 3-4 минуточки, мы продолжим «Стране о спорте». «Страна ФМ» и «Спортэкспресс» представляют «Стране о спорте». Лайф. Программа «Стране о спорте» на телерадиоканале «Страна ФМ». Шеф отдела спорта издательского дома «Спортэкспресс» Олег Шаманаев у нас сегодня в гостях. Олег, доброе утро еще раз. Доброе утро. Мы закончили на любимой теме Валерии Майоровой на допинговом скандале. На холестерин. Не, подожди, это не надо все. Там у спортсменов все хорошо в этом плане у них. Так что там в итоге-то все-таки? Возможно, что повторение какое-то, хотя это не прекращается по большому счету. И почему они берут вот такие вот совсем уже застарелые результаты? Пусть свеженько что-нибудь анализируют. Ну, надо же поймать, да, надо же какую-то базу подвести. Нет, понятно, что легче по старым хвостам бить, даже были случаи и больше, чем 10 лет, там, тот же Лэнс Армстронг, у него там отбирали титулы. Спустя, по-моему, там, все отобрали у него. Да, все, что можно было, отобрали, да, он раскаялся, там, плакал и так далее. Ну, да, это легче, то есть не так болезненно и не такое большое сопротивление со стороны самих стран, да, то есть понятно, что это становится личной проблемой спортсмена, хотя они очень обижаются, да, вот когда сейчас они просили вроде помочь Союз биатлонистов России, Союз биатлонистов сказал, что ну, давайте сами, ребята, отбивайтесь. А разве так можно вообще? Ну, в принципе, да. Но, с другой стороны, если они считают, спортсмены сами считают, что им нечего скрывать, ну, все, тогда скажите, что мы ничего не принимали, и все. То есть, какие проблемы? Олег, а вот смотрите, вот то, что сейчас происходит, все вот эти процедуры, да, с крови, с как это называется? Паспорт там? Крови. Да-да-да, паспорт крови. Это процедуры, так сказать, плановые, да, которые они, или, говоря простым языком, продолжают докапываться просто? Вот. Не, ну вот это же знаменитая база данных, которая была в Московской антидопинговой лаборатории, где работал Родченков. Эту базу сначала украли, и начали ее исследовать, что там не так. А теперь просят у нас официально ее, и мы даже согласились.
согласились официально передать. Вот в конце декабря должна состояться официальная передача. И что там вскроется потом, никто не знает. И чем это обернется, тоже. Другое дело, что там содержатся данные на спортсменов с 13 по 15 год. Угу. Ну, то есть большинство из них уже, ну, или закончили, или, во всяком случае, там, подумывают о том, чтобы закончить. И, может быть, это будет не так болезненно, но все равно неприятно. А вот про этого прекрасного человека в последнее время ничего не слышно? Вот по имени, да по имени Григорий, он притих сейчас или... Не, ну он пытается всячески вылезти, он же уже объявил о том, что даже если Россия передаст эту базу, она все равно будет скорректирована. А вот те люди, которые сейчас вокруг него находятся, они понимают, что он немножечко того... Ну, нет, они зарабатывают на этом. Ну, в смысле, что они, может быть, внутри там что-то и понимают, но виду не показывают. И такой бизнес-проект по сливу российского спорта, в принципе, ну, можно понять людей тоже. А у меня другой вопрос. А сам он понимает, что он немножечко того? Ну, я думаю, что он тоже где-то в глубине души уже начинает догадываться. Слушай, я думаю, что он хорошо вообще все понимает на самом деле. Так, это у нас был биатлон, да? Да. Можно еще поговорить про фигурное катание, которое на этой неделе тоже очень актуально. На этой неделе будет финал Гран-при. Это главный турнир первой половины сезона перед чемпионатом Европы, перед чемпионатом мира. Там очень интересно следить за нашими девушками. Будет Алина Загитова, будет Елизавета Токтамышева, будет Софья Самодурова. Будем смотреть, как будет развиваться борьба. Там японки против нас. Против наших девушек. Японки тоже, да, как Евгения хороши. Медведева, к сожалению, не пробилась в финал Гран-при. У нее новый этап карьеры. Она в Канаде ищет, как говорит ее тренер, от подросткового катания переходит к женскому катанию. А, Олег, а можно вот подробнее здесь? Она в Канаде в смысле... Она уехала со скандалом от своего тренера Этери Тутберидзе. А ты не знаешь, что ли? Нет, это я знаю, да. Из Москвы, да. Сказала, что хочет найти для себя что-то новое. Много там было пересудов. Ну, она не хочет выносить на публику там истинные причины расставания. И она уехала к Брайану Арсеру. Это достаточно известный тренер канадский. Некоторые считают его шарлатаном, некоторые великим мотиватором. Тем не менее, вот он взял ее заниматься с ней. А в результате она не смогла пробиться в финал Гран-при. Самый низкий показатель за всю взрослую карьеру. Но это вот то падение, которое у нее было, да, прежде всего? Ну, она очень неудачно выступила во Франции, в произвольной программе на Гран-при Франции. Четвертое место заняла, чего с ней не было никогда вот, за время взрослой карьеры. И не смогла пробиться, но многие с пониманием к этому относятся, говорят, что она сменила впервые в жизни, сменила место жительства, сменила стиль. Это стресс, конечно. Да, ну, как бы по-человечески можно понять. Но другое дело, что в спорте всегда в первую очередь результат ценится, да, то есть все твои проблемы, это как бы твои проблемы. Результат не очень пока. Будем надеяться, что все будет хорошо, она должна выступить на чемпионате России в конце декабря, и от этого будет зависеть, пробьется ли она в сборную России вообще. Подвис сейчас этот вопрос. То есть может так вот получиться. А речь о том, что она поменяет сборную, не идет. Ну, я так на всякий случай. Ну, ходили слухи, да, о я том, тоже слышал, что у нее же папа армянин. Олег, давайте, это интересный вопрос, он многих интересует, потому что у нас любит фигурное катание. Мы к этому вернемся после небольшого перерыва, друзья. Да, будьте здесь, доброе утро. Страна FM и Спорт-Экспресс представляют «Стране о спорте». Life. Говорим мы сегодня с Олегом Шиманаевым, шефом отдела спорта издательского дома «Спорт-Экспресс». 8-909-928-1-89-9. Это наш номер, WhatsApp, Viber, смс-сообщений. Пока только болельщики «Спартака» передают друг другу привет и желают команде друг другу, удачи. Да. Но они просто услышали, что вы про футбол и как давай. А вот хочется как-то вопросов про биатлон, про фигурное катание. Давайте, ребят, немножко по теме. Про бобслей, почему нет? Фристайл, например. Олег, мы закончили, не начали, вернее, говорить о вот этих слухах, которые появились по поводу Медведевой, да, в связи с тем, что она теперь в Канаде. Ну и что там на самом деле? Вообще известно что-нибудь, нет? Ну, я думаю, что сама Медведева сейчас об этом не скажет, потому что она очень нервно реагирует на эти слухи о возможной смене гражданства. Там ее в Армению отправляли, и теоретически в Канаду, наверное, можно там ее отправить. Но надо понимать, что, во-первых, это достаточно сложно, то есть это может быть карантин, ну, то есть время, когда она не сможет выступать вообще ни за кого. Mm-hmm. Ну и в целом там такое клеймо предательницы там будет не очень здорово. Если она не сможет пробиться в сборную России,
Это значит, что она там будет бороться за места там уже во второй десятке на чемпионате мира. Надо ли это, не проще ли в таком случае закончить, тоже вопрос такой философский. Ну, будем смотреть, что получится. В принципе, она резко реагирует на вопрос о смене гражданства. Но надо понимать, что она резко реагировала и на вопрос о возможном уходе от Этери Тутберидзе. То есть это типа вброс такой, когда под корки у тебя сидит что-то такое, начинает сверлить, и в конце концов может вылиться вот такое решение, как решение о смене тренера. Я уверен, что после Олимпиады сама Евгения не думала о том, что она вот закончится весна тем, что она уйдет от своего тренера, который ее вырастил и который, по сути дела, сделал Медведева той, которую мы знаем. Но тренер же очень жесткий человек, то есть все об этом говорят. И, по-моему, вот судя по реакции Медведевой, что она говорила в интервью, она как раз-таки хотела почувствовать какую-то свободу и в творчестве, и в спорте, и не жить только на результат, но жить еще и просто жизнью, как человек. Да, тренер жесткий, но она дает результат. То есть не факт, что более мягкий тренер конкретно из этих спортсменок может что-то сделать. Мы видели, как вот Юлия Литницкая, которая ушла к другому тренеру, ничего не смогла показать и в итоге закончила карьеру. Не факт совершенно, что Медведева сможет показывать такие же результаты сейчас, с учетом того, что у той же Тутберидзе подрастает там целая поросль великолепных фигуристок, которые в следующем сезоне, я уверен, сметут тех же японок, которые сейчас, может быть, будут конкурировать на равных с Алиной Загитовой. Да, учитывая, что они у нас появляются действительно практически каждый сезон, новые имена и совершенно гениальные спортсмены. Да, эта школа дает результат. Школа «Самбо-70», которая тренируется, тренирует Этери Тутберидзе. Но это не единственная школа. Надо понимать, что у нас есть и питерская школа, где Елизавета Токтамышева, которая одно из открытий нынешнего сезона, несмотря на то, что она значительно старше, чем Алина Загитова. Она открытие сезона и в плане того, что она очень активна в соцсетях, и все с восторгом читают ее посты в Инстаграме. И она прекрасно выступает, и даже скандалец, вы знаете, случился в связи с ее танцем, который со стриптизом. Ты не видел разве? Нет. Да, что, слушай, ну это известная история, да. Да. Олег, а давайте в двух словах буквально, вот для тех, кто не знает, может, ты пропустил. Да. Валерий, ну, например. Да, показательные выступления, это те, которые не на оценке, а завершают обычно все в виде шоу. Там Елизавета выступила с раздеванием, ну, в целомудренном плане. Пределах разумного. Да, да. Но, тем не менее, там писали ей, что я сейчас прыгну в телевизор, если она что-нибудь еще снимет, там, что-то еще там. Ну, учитывая ее раскрученность в соцсетях, это вызвало шквал, там, и подражания какие-то, что-то еще. То есть она прям реально всколыхнула мир фигурного катания. Хайпанула, и, хорошо. Да, хайпанула, а сколько ей лет? Ей лет 20 с небольшим, но, в общем, она, конечно, уже по меркам фигурного катания возрастная фигуристка, но, то есть ей не 16, как там Алине Загитовой, но, тем не менее, у нее длинный путь, уже длинная карьера, она тоже 16 лет тоже показала высокие результаты, сейчас вернулась, и, в принципе, она, ну, одна из претенденток на, скажем так, медаль этого финала Гран-при. Сомневаюсь, что она за первое место сможет бороться, но... Я вот как раз хотела об этом сказать, что после того, как наши девчонки 15-летние, практически 13-летние уже там прогремели, в Европе хотели принять указ, что это не детский вид спорта, а именно женский, хотели вот этот возрастной ценз повысить. Так что вот у нас есть и, как вы говорите, возрастные в 20 с небольшим фигуристки. Я вообще, конечно, странно, слышишь, да, сколько лет, да, чуть-чуть за 20, но она уже возрастная, да. Думаешь, как вообще, ну так устроено. Ой, Владислав, мы тоже возрастные. Я хотел вернуться все-таки к скандалу немножечко. Ведь у них и у тренера, и у Липницкой, да, были куча взаимных претензий еще, да? Но если вот все точки над «и» расставить, все-таки основная причина какая была? Тяжело было спортсменкам? Не могли они в таком режиме дальше существовать? Или что все-таки? Ну, всем тяжело. Я понимаю, что там масса всяких причин, конечно, не черные и белые только. Не, ну всегда вот тяжело. Вообще в спорт высших достижений это очень тяжело, да? То есть это всегда совершенно невозможное преодоление на грани человеческих возможностей. Другой вопрос, что... Считает ли спортсмен возможным вот это преодоление или хочет немножко увильнуть в сторону, там, дать слабину? Большинство, кто уходил от своих великих тренеров, там, вы знаете, там Карполь, там есть жесткий тренер, Нестрефилов в гандболе, там, ну, много там у нас. Но вообще, как бы, советская школа – это, как правило, школа жестких тренеров. Все, кто уходил, ссорился, потом, в конце концов, признавал правоту.
То есть мало кто смог потом собрать себе в кучу и там с либеральными западными тренерами что-то сделать. Хотя, конечно, имеют право на жизнь, и вот эта либеральность, которая в Америке там, или в Европе практикуется. Конечно, с этим можно добиться результатов. Но вот у нас такая традиция, это наш менталитет. Мне кажется, глупо с этим воевать, если это дает результат. Вы знаете, у меня возникла, может быть, не совсем корректная ассоциация сейчас. Это как в шоу-бизнесе. Есть куча артистов, которые говорят, все, продюсер, спасибо, ты мне больше не нужен. Уходит в свободное плавание, думая, что они гении. На этом все заканчивается. Таких случаев очень много тоже. Да, ну это да, это такая тема. Тренер очень часто больше, чем половина успеха спортсмена. Итак, я предлагаю прямо сейчас немного нам прерваться, послушаем Филиппа Киркорова, а потом вернемся и наконец-то поговорим уже про лыжные гонки и бобслей. Правильно? Бобслей. Ну хорошо, пусть будет так, да. Страна FM и Спорт-Экспресс представляют «Стране о спорте». Лайф. А друзья, «Стране о спорте» продолжается на телерадиоканале «Страна ФМ». Шеф отдела спорта издательского дома «Спорт-экспресс» Олег Шаманаев у нас в гостях. Олег, еще раз доброе утро. Доброе Валерия утро. Мне очень желала поговорить о бобслее. О бобслее. А то я сейчас тут это начну про что-нибудь другое. Ну, с бобслеем все хорошо. Сезон, новые люди, допинговый скандал миновал. Несколько странная ситуация с нашим президентом Федерации бобслея России. А в чем странность? В том, что он подал, его лишили, Александр Зубков, да, олимпийский чемпион, там, самый титулованный бобслеист в истории России, его лишили наград Сочи в связи там, с этим всем допинговым скандалом, с обвинениями. Все ждали, что он пойдет в международный суд судиться. Он взял и пошел в российский суд. А российский суд взял и сказал, что типа все, что решил Международный олимпийский комитет, это все ерунда, ты остаешься олимпийским чемпионом. Чудесно. Все озверели, потому что, в общем, а что теперь делать? Это прецедент, никто не знает, что. Вот мы говорили с министром спорта буквально 2 дня назад на эту тему. Он тоже разводит руками, говорит, что должен, наверное, Конституционный суд нас высказаться на эту тему, Верховный суд. То есть до такой степени уже дошло. Да, потому что он тоже не понимает, что с этим делать, да? То есть получается, что он олимпийский чемпион, но только на территории России. Ну вот, как такое может быть, никто не знает. Ну а вообще выход есть какой-то из этой ситуации? Или пока все вот... Ну вот, если скажет Конституционный суд России, что суд вот районный, который принял это решение, прав, то это тогда вообще будет такая коллизия совершенно невероятная. То есть, представьте, сейчас пойдут, там же у нас лишились медали, ну, несколько десятков человек. Ну, из-за вот этого допингового разбирательства. Сейчас они все пойдут и отсудят в наших районных судах свои награды. Да? Что это будет? То есть это такой конфликт с Международным олимпийским комитетом невероятный будет, который может вообще разрушить и все олимпийское движение международное, и Россию выкинуть с Олимпиад навсегда. Слушайте, а нам вот этого только нам и не хватало еще. Ну, как бы мы там и так под нейтральным флагом везде выступали. А, значит, я что хотел сказать? Я смотрю за новостями и смотрю, что, в принципе, все принимают какие-то решения, в которых они особо не уполномочены, не только мы. То есть это делают сейчас все. То есть люди за это не отвечали, они как бы не имеют права принимать такие решения, они их принимают и их декларируют. Видимо, мы тоже идем потихонечку по этому пути к общему, так сказать, абсурду. Посмотрим, во что все это выльется. Если с бобслеем все понятно. С бобслеем. Да, отстань ты. Вот. Хочется еще про лыжные гонки поговорить. Лыжные гонки, когда у нас побегут, кто куда? Ну, они уже побежали. Я уже говорил, да, что Александр Большунов наша новая звезда и новая надежда. 2 этапа Кубка мира прошло. Ну, сейчас... молодой совсем, да? Да, молодой парень, да. Он был у нас в гостях в конце прошлого сезона в редакции. Очень приятный. Папа у него такой болеющий за дело. Живут в деревне. У него там прям круг проложен вокруг дома, чтобы мог тренироваться. Они, причем, живут в Брянской области, где, ну, достаточно тепло. Тем не менее, вот он поддерживает и рассказывал. Но там он конфликтует там с соседями, там ему говорит, что ему завидуют, там все такое прочее. Вместо того, чтобы приходить к нему тренироваться, школа прокладывает, как он рассказывал, для школьников прокладывают лыжню, переворачивают парту, и этой партой вокруг школы утрамбовывают снег. А зачем? И заставляют это? Детей бегать. Ну вот, чтобы не приходить вот к такому нехорошему человеку тренироваться. Ну как же нехороший человек. Там такие прям Санта-Барбара у него прям в селе, где живет. Брянская Санта-Барбара, да, очень хорошо. Просто такое вообще.
очень увлекательно. А почему вот у нас не бывает в родном отечестве это пророков? Почему так? Порадовались бы, сказали: ура, наш пробился, здорово. Ну, часто очень бывает, что правда завидуют, да, то есть вот я тоже как бы сталкивался с тем, что в детстве со спортсменами общался, которые потом добились успеха, то есть, ну, вместе росли. Я чувствовал, как тяжело, как потом наши общие знакомые начинают рассказывать вдруг про них внезапно какие-то совершенно невероятные вещи. Ну, просто такая человеческая зависть. Тяжело очень пережить то, что вот человек, которого ты давно знал, добился успехов намного больших, чем ты сам. Ну, это тоже вот некая специфика. Слушай, ну, партами прокладывать лыжню в лесу, это, конечно, серьезная тема. Не в лесу, вокруг школы они утрамбовывают. Ну, вокруг же, ну, не важно где. Важно, что партами все-таки. Слушайте, у нас время заканчивается, 20 секунд уже осталось. Несмотря на то, что происходит и будет происходить, все равно будем болеть за наших. Ну, конечно. Конечно, абсолютно точно. Мы наших любим, они молодцы. Олег Шаманаев, шеф отдела спорта издательского дома «Спортэкспресс», был у нас в гостях. Олег, большое спасибо. Ждем всегда. Спасибо. Уже как дома, как мы уже и говорили. Друзья, мы с вами тоже прощаемся уже до завтрашнего утра в 7 часов вернемся. Ну и Влад Кутузов. Ну и Валерия Майорова, конечно. Будьте со страной ФМ. Всем пока. До завтра.